Всем привет, я в эфире. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. И я с 2013 года работаю в интернете. Так, сейчас я скину ссылочку на трансляцию. Прямая трансляция. Приглашу в чат. Сейчас подождем людей. Спасибо вам за ваши лайки. И еще лучше будет, если вы нажмете поделиться. Напишите, из какого вы города. На этой странице у меня 4900 друзей. С 2013 года я работаю в интернете и живу я в Ростове-на-Дону. Спасибо за лайки. Правда, смотрят меня иностранцы. 4 человека. Hello, my name is Ирина Маркелова. I live in Ростов-он-Дон. О, как-то так. Ну, страна наша. То есть мир наш очень большой, поэтому стран много, и в Фейсбуке очень много иностранцев. Ну, будем начинать. И первая отговорка: у меня нет времени. Как вы думаете, можно ли всю жизнь работать на дядю и быть успешным? Как вы считаете? Спасибо за лайки. Вот до 37 лет я работала на наемной работе парикмахером. И в 37 лет я поняла, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. Я почитала много информации, я обучаюсь. И буду продолжать обучаться, посещаю различные тренинги, мероприятия. И то есть не останавливаюсь на достигнутом, я иду вперед. И когда человек говорит, у меня нет времени заниматься саморазвитием, то я спрашиваю, у тебя есть время 40 лет ходить на работу? Вот мне, например, свое время жалко. Я ценю каждую минуту, каждый миг своей жизни. И у человека, получается, 40 лет есть время ходить на работу, а на себя любимого тратить, и у него нет времени работать, к примеру, в интернете. Я работаю в международном проекте Whole World, всем миром. Спасибо, Борис, крутой бизнес-тренер Ирина. И теперь я трачу где-то час-два своего времени, потому что у меня команда около 5000 человек за 4 года. Но теперь мы работаем на качество, а не на количество. И теперь у нас в чате осталось 19 человек, потому что мы отобрали самых активных людей. Борис, поделись на всех страницах, пожалуйста, на всех публичных страницах этой трансляции. Вторая отговорка. Я родился не в то время. Это не для меня. Ну, конечно же, это не для вас. Посещайте свою наемную работу, обогащайте другого, исполняйте мечты другого человека, но не свои. Вот так. Еще, когда вы вступаете в какой-то проект, ваши родители, родственники, знакомые говорят, да куда ты влезла? Да это же лохотрон! Да вот помнишь 90-е годы или 80-е, когда там МММ было? А помнишь МММ? Как все накрылось? Знаете, сказала своим родственникам, не лезьте ко мне. Я ваше мнение выслушала. У меня всегда есть своя голова на плечах. Я поставила себе цель.
становиться миллионером в 2013 году. И я им стала. Теперь у меня цель стать долларовым миллиардером. То есть можно сначала долларовым миллионером и не будем останавливаться на достигнутом. Я с моим мужем Борисом Маркеловым купили третью квартиру трехкомнатную в декабре месяце 2016 года. И мы не останавливаемся на достигнутом. У нас есть цель приобрести таунхаус в ближайшие пару лет. И мы идем к этой цели. Поэтому что скажут мои родственники, когда увидят эту трансляцию ВКонтакте, я еще буду проводить в Одноклассниках, в Фейсбуке, мне абсолютно без разницы. Смотрите и завидуйте. Можете, конечно, ставить лайки и проводить свои трансляции, потому что ваши трансляции популярны, ваш бренд. Следующая отговорка. Я не той национальности. А при чем тут национальность? Проект «Всем миром», который, на который я ссылочку поставлю под этим видео, он международный. Сейчас он переводится на все языки. Лендинг у меня, то есть у нас есть пока на двух языках, на русском и на английском. Ну, в основном мир говорит на английском языке, поэтому в первую очередь перевели его на английский язык. И поэтому неважно, какой вы национальности. Есть переводчик, общайтесь через переводчик. Далее. Я не в том возрасте и не того пола. А какого пола вам надо быть? Всего два пола, мужчина и женщина. И при чем тут возраст? Свой мозг можно тренировать и в 90 лет. Это мышца, которую можно тренировать. Поэтому будь вам 20 лет, или 70 лет, или 90 лет, можно принимать участие в этом проекте. Вход $105. $5 активация кабинета и $100 оказания помощи. Дальше. Я живу не в той стране. Я живу, например, в селе, где нет интернета. Но если вы меня сейчас смотрите, значит, наверняка у вас есть интернет. И если вы говорите, что у вас нет денег, чтобы принять участие в этом проекте, если вы сейчас меня смотрите, значит, у вас есть компьютер либо смартфон. И значит, у вас есть деньги на интернет. Поэтому $105 – это готовый бизнес. Найти можно. Это 5800 рублей. Ну, будем говорить 6000. 6000 в год найти можно для того, чтобы стать миллионером. Мы запускаем квест по всему интернету. Участие составляет $105. И поэтому у каждого из вас есть один год, чтобы принять участие, чтобы прийти в команду лидеров. Мы проводим с Борисом Маркеловым, моим мужем, который в проекте 5 лет, обучающие вебинары. Продаем свою методику, над которой я работала 3 года, с партнерской программой 25%. Стоит она 2000 рублей. Будете ее продавать, нужно зарегистрироваться вам в магазине. Но об этом позже. И будете продавать мою методику и зарабатывать на этом деньги. Дальше, следующая отговорка, 8-я. Не тот у меня склад ума. А при чем здесь мозги? Не нужно учиться на пятерке в школе, чтобы быть богатым. Открыть страничку в социальной сети, много ума не надо. Я вам даже дам ссылочку на магазин, кому надо. Мой скайп Ира Бизнес. Кому надо, ищите меня в социальных сетях. Я есть везде. Я есть в Одноклассниках. Набираете Ирина Агапова Маркелова, и вам сразу высветится. Я есть ВКонтакте, я есть в Фейсбуке. Дальше. Дам ссылочку на магазин, где вы можете купить уже готовые аккаунты в социальных сетях. Хами, hello, Халин Кен, hello.
Happy people make money. Счастливые люди делают деньги. Это моя любимая фраза, и это именно так, и это работает. 9-я отговорка. Да, я обязательно вступлю в ваш проект, но не сейчас. Вот если бы раньше, в 11-м году, тогда еще можно было бы, а вот уже прошло 5 лет, все, уже не сейчас, уже поздно. А когда? Нужно жить здесь и сейчас. Вот я сижу и провожу трансляцию, я нахожусь здесь и сейчас. И я знаю, что меня будут смотреть люди, люди будут заходить по моей ссылке, люди будут регистрироваться, люди будут оказывать помощь, и моя структура будет расти, потому что провели трансляцию, вас узнали 20 человек сегодня, 50 человек завтра, 100 человек послезавтра. Проведу трансляцию я в YouTube, проведу трансляцию ВКонтакте и в Одноклассниках. И меня узнают еще 500 человек. Я веду свой Telegram, я веду свой канал на YouTube, я популяризирую свой бренд. Для чего ведутся эти трансляции? Кстати, бесплатно. Для того, чтобы вы были узнаваемым. Вот когда вы будете узнаваемым, люди начнут интересоваться, чем вы занимаетесь. И потом придут в ваш бизнес. Если он, конечно, легальный и оправдывает себя. Цель, чтобы цель оправдывала средства. И следующая отговорка. А вдруг у меня не получится? Вот вдруг я вступлю в проект, и там же надо приглашать. Ребенок, когда учится ходить, он не думает о том, что «а вдруг у меня не получится?». Он падает, он встает, опять встает и идет дальше. Он не думает о том, что у меня не получится. А вы вообще пробовали приглашать? Я никого не приглашаю. Ко мне люди идут сами. Потому что у меня методика, она так и называется. Если вы откроете Google и наберете «методика приглашай, не приглашая», там сразу высветится ссылка на магазин и мой курс. Потому что уже очень много людей купили мой курс. И вся моя команда, 8 человек каждый месяц находится в топе 10, а нас 870 тысяч человек, почти миллион. Моя команда находится каждый месяц в топе 10, потому что все они работают по этой методике. Спам уже не работают. Да, правильно, Борис. А что скажут соседи? Меня же все увидят! Божечки! Не буду я вести прямые трансляции! У меня все трясется! Вот так. Сегодня попросила чат, проведите прямые трансляции. Сразу тишина! Ой, у меня страничку заморозили! Ой! А у меня там друзья. А что они скажут? А меня соседи увидят. Они же смеяться будут. А денег зато все хотят. Но если вы хотите денег, так давайте действовать. Проводите прямые трансляции. Подключайтесь ко мне в команду. Если вы хотите стать миллионером, добро пожаловать в проект «Всем миром». На этом я буду заканчивать. Спасибо за ваши лайки. Спасибо, что вы поделились моей трансляцией. И до скорых встреч. А ссылочку я оставлю в комментариях на проект «Всем миром». Пока-пока.